Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 10 на странице 18 рабочей тетради по математике для 4 класса автора Маро. После того, как бабушка сделала творог из 4 литров молока, у нее осталось на 8 литров молока больше, чем пошло на творог. Сколько литров молока было у бабушки сначала? Реши задачу устно и закрась карточку, на которой записан ответ к задаче. Итак, давайте посмотрим. Значит, бабушка сделала творог из 4 литров молока. Осталось у нее на 8 литров больше. 4 плюс 8 получается 12 литров у нее осталось. Чтобы узнать, сколько было сначала, к 4 прибавим 12. Получится 16 литров. Закрашиваем нужную карточку. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.